Всем привет, с вами Арсений. Сегодня мы рассмотрим товар, представленный в нашем интернет-магазине. Это рем-ручка для лодок ПВХ с основанием из полиамидного материала или эластичного и пластиковой ручки. Данные у нас рем, как правило, устанавливается в большинстве случаев на носовую часть лодку, не исключены и другие расположения. Вот, размер у нас максимальная ширина 130 мм, максимальная длина у нас получается 150 мм, высота без учета ручки у нас получается 25 мм, ну и сама ручка у нас имеет вот такую форму. Понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, следите за новостями, рекомендую.